Всем привет на моем 44-м стриме, и как вы уже догадались, это Тоху 3. Фу, так, начинаем проходить эту, надеюсь, замечательную игру. Посмотрим, я в нее еще не играл. Так, убираем вот это. Немножко тут я себе намудрил. Ну ладно, сейчас. Вот. Все работает, отображается. Можно писать там звук тише, громче, но я думаю, что должно быть нормально все. Вот, эта игра называется Phantasmagoria of Dim Dream. Ну, под название такое. Так, вот смотрим, что у нас в опциях есть. Ранг Easy. Почему по умолчанию здесь Easy стоит? В предыдущих Normal было. Ну, поставлю, наверное, Normal, да, то слишком легко будет. И да, тут я так буквально на минутку запускал ее предварительно. Здесь можно играть вдвоем, как ни странно, с зеленым экраном, а одному буду против компа играть. Но вроде бы как сюжет есть, поэтому я решил все-таки пройти. Ну и давайте поехали, старт. Поехали и приехали. Нормально. Так, а все не так. Вот. Итак, что здесь нам предлагают? Ну, похоже, это выбор, кем играть. Без понятия. Это, ну, первое понятно, забыл, главной героини, короче. Вторая, это, возможно, или третья, это Мариса, что-то такое. Я там сюжет читал, там есть сюжет. Ну, а он такой какой-то не очень понятный. Ну, в общем, не знаю, кто это. Ну, будем по дефолту. Забыл, как же зовут? Ну, ладно, не важно. Какие там иероглифы, короче. Так, стаж первый. Так, ну, в принципе, цель проста, как обычно. Уничтожай все, что видишь. Но какие тут особенности в плане насолить второму игроку, я вот этого пока не понял. Что там за ворнинг? Thank you.
Так. Оп. Не знаю, надо не пропускать никого. Максимум очков зарабатываю. Вот эти кнопки пропустили. Кнопку надо нажимать постоянно, то есть не так, что зажал, держишь, он стреляет. Нет, такого тут нет. Турбокнопки тоже нету. Так, это что я выпустил? Пока вроде бы все идет несложно. Правда, я не вижу, я выигрываю или проигрываю второму игроку. Так, это что? Это босс или чего? Так, это я вроде как бомбу использовал. Так. Ничего, кто выиграл? Непонятно. Типа я? Написано второй уровень. Ну ладно. Сердечки пошли. Мочи сердечки. Так, пульки. О, как много пулек. Ну ладно, это нормально. Я уж понял, что для этой игры это еще немного пулек. Однако и на них тоже можно сделать что-то не то. О, вот это уже побольше. О, меня что, убили, что ли? Странно, тут как-то не очевидно. Ой, так. Ух ты. Походу я проигрываю. Так, что же делать? Так, вроде проскочил. Пропустил? Ну чего? А, вот там сверху по два сердечка у нас. Это, видимо, у кого они закончатся быстрее, тот и проиграл, что ли? Или чего? Ну да, там луз. Справа луз, значит я вин. Так, стаж 3. Сколько все уровней, я не знаю. А, тут еще можно утонуть и держать кнопку. Лол. Понятно. Этого я не знал. Там внизу вот полосочка заполняется. Если я ее держу, то... Вот. Такая вот штука происходит. Не, ну врагов, конечно, они сделали сердечки со счастливым лицом. Убивай сердечек со счастливым лицом. Так, ну что это? Уничтожаем, у нас же бомбы есть. Так, ну давайте какое-нибудь разнообразие. То пока что довольно-таки все одинаково. Даже вроде бы особо сложность не возрастает. Ну так, совсем слегка. Вот синие сердечки появились, которых надо 3 снаряда. 3 там чего, карты, не знаю, чем это стреляют. Ох ты ж. Если это на нормале так, то черт там на изи. Походу там опять не очень. Так. Вин. Ну, вин это хорошо. Так, стар 4. Ну, давай.
звездочки мне напоминают таковые из Супер Марио. Там, где бессмертие берешь. И не только там, на других уровнях, в других частях там они тоже были. Так, что это вординг? Вот знать бы, что там еще написано везде. Так, это что такое? Оу. Нормально. Ничего, сейчас прорвемся. Так, уничтожай все, что видишь. Не, наверное, надо было... Ну, я не знаю, может быть, тут уровни 20, я просто не знаю сколько. Но пока что... Меня не напрягает практически. Тоха аж третья, да, привет, геймер 2014. Я первую, вторую уже прошел. Так. Надо было, возможно, на хард ставить, но потому что странно. Первая, вторая меня и на нормале выносила. Ну, особенно первая. А это вот я на нормале играю, и что-то, ну, и нормально как-то вообще ни о чем. Так что не знаю, может быть надо было на хард ставить. Ну хотя мне-то что, я главное, мне в принципе цель пройти все тохи. На... Не, ну все я погорячился, но мы посмотрим. Некоторые тохи пройти, так скажем, посмотрим, сколько их будет. Не меньше, чем на нормале пройти. А прям цели захардкорить у меня нет. О, это что такое пошло? Ой, жесть. Вот это вот уже было... Это было уже... Не очень. Ух ты ж. Кто вин? Я вин? Фу. Последнее воздыхание. А всю серию? Не знаю, нет, может быть не всю, но пока что вот я первый прошел, второй прошел, третью прохожу. Включу четвертую, посмотрю, что это. Если это что-то унылое, то я не буду. Если это что-то прикольное, я прохожу. Ну вот, по такому принципу. Если что-то будет слишком хардкорное даже на нормале, такое, что я просто там, ну, тяжелее, чем первая часть, то, ну, возможно, что я это тоже не стану проходить, ну, потому что, как бы, ну... Я все-таки не совсем хардкорный игрок, как бы, хоть и играю в Тоху. Вообще я с серией не знаком, то есть я никакие там 13-е ваши эти 12-е, я не видел их. Так, 5-й уровень. Ну вот я тут думаю уже будет посерьезнее, скорее всего. Что это? Ну как же много всего-то летит. О. Взорвем. Чертям. Все. Так, ты справа чуть не затроллил меня, этот кувшинчик. Что это такое? Вот это вот, кто-нибудь знает, что это такое? Это что-то такое из японской культуры, да, вот эти вот с языками? Я без понятия. Но что-то такое знакомое, кажется. В какой-то вроде уже японской игре это видел даже. Сейчас не могу прочитать сообщение с чата сейчас. Уничтожаем все. Ворнинг опять. А, опять сейчас какая-то ерунда полетит. На, бомбу лови, короче. Так, по-моему, второй игрок уже фейл практически. Да. Тоху файтинге? Видел, что здесь тоху на самом первом итоге, который дождой. А, ну вот, да.
Тут видишь, тут проблема, что вот сейчас надпись, да? Что тут написано? Хотя тут написано, возможно, даже по-английски. Ну, как вариант. Может быть и по-японски, я не знаю. Но оно в любом случае не отображается вообще. К сожалению. Есть какой-то там патч, какая-то прога, что ли, которая делает нормальный язык, английский. Но она вроде как 16-битная, и она вообще у меня не запускается. И эта инструкция на японском, в общем, что-то я не осилил. Но я сюжет читаю после прохождения игры на Википедии. Ну там не Википедия, а специально Тохупедия там какая-то, ну Тохувики, точнее. Ну, в общем, блин. Люблю как бы в играх прочитать сюжет, даже в таких. Итак, шестой уровень, поехали. О, опять этот Ниянь. Как же он в первой части меня достал. Ну вот, а я наоборот, ну ты говоришь, не видел до шестой, а я наоборот не видел, как бы, ну вот, кроме первой, второй, третьей, пока еще никакие не видел. И пока что, то есть, для меня нет какого-то стандарта серии, потому что первая, вторая, третья друг друга отличаются сильно. Но вторая, третья еще немножко похожи тем, что они обе летишь и стреляешь, но тут же вот на две колонки разделено. И тут именно соревнуешься с правым игроком. А во второй там чисто, ну, одиночная. Вот это вот я не знаю, как от этого уклониться было. Ой, да что-то на экране происходит жестко. Нет, на харде не надо вообще. Ой, зачем я использовал это? Зря. Так, ну давайте. У меня еще вроде бомбы есть, а там. Ай! Юзай. Ого, вот это вот нормальная вещь. Ну давай уже, подыхай второй игрок. А, я думал, у меня бомба есть. Что-то печалька. Вот и первый луз. Ой, я зачитался чат, я думал, на самом деле не снится. А в первой там... В первой части там нужно, в общем... Каждый уровень состоит из одного экрана. То есть никуда камера никуда не двигается. А, это главная героиня, я опять же забыл, как же ее зовут? Да, ну все знают, короче, кроме меня. Ну вот. Она бегает, ну, пешком, не как тут на чем-то летит, да, бегает пешком, лево-вправо. И своей метлой отталкивает этот шарик Инь-Янь. И он летает как в арканоиде, да, вверх-вниз, там, ну, отталкивается. И нужно тем самым вот так вот убивать боссов. Ну, на обычных уровнях там нужно карты просто выбить все. Да что это такое, жесть? А на боссах там нужно этим шаром боссов убивать. И она умеет стрелять картами, но эти карты попадают только в сам этот шарик и его отбивают. Также. А боссу урон наносит только шарик этот. Мастер Спарк, привет. Так, вот тут что-то мне уже начинает это... Такой уровень... Доставлять. Что это опять? Жесть, вот это вот уже что-то жесткое пошло. Интересно, это близко к концу игры? Просто во второй части там было 5 уровней, по сути. Так, а тут гейм овер есть? Да.
Так. О, нормальные, кстати, буквы здесь. Эта игра уже более дружелюбна к английскому языку. Так, и что, сначала, что ли? А, continue. Да, 3 кредита. Так, надо тут как-то стратегию какую-то вырабатывать, потому что что-то там такое мясо происходит. Может, эту вот ульту надо включать, хотя оно практически ничего не делает. Так, уходим от пулек. Вот это вот начинается жесть. Катающиеся иньяники. Оп, так, пока не задел. Вот эту жесть уничтожаем. Так, бомба. Уничтожили. Так, я вроде пока выигрываю. Мне тяжело смотреть в правую часть экрана постоянно, чтобы следить. Но вот кто смотрит стрим, там тому, конечно, проще. Поэтому я не всегда вижу, я выигрываю или проигрываю. Да, в принципе, какая разница, лети, да не попадай в пульки и выиграешь, да? Такая стратегия примерно. Печалька, я скажу, печалька. Чуть-чуть осталось вроде. Давай же, продувай. Что есть? Есть. Фу. Так, что дальше? Ага. Там был написан decisive match. Типа это последний, что ли? Ой. Я так понимаю, я против Мариса сейчас. А, если что, во второй части Мариса это вроде как предфинальный босс был. И вот я опять с ней соревнуюсь. Пока вроде бы все идет тихо и мирно. А вот это вот уже интересно. А, лол. Так, ну у нее пока полное здоровье, как и у меня. Надо это исправить. Ну, хотя я так и не понял. Здесь как-то можно влиять, какие-то подставы делать друг друга. Я так и не понял, как. Взрывай, пожалуй. Вот это же фиолетовые эти кувшинчики. Так, ну что же ты там? А, у нее уже здоровье потратилось. Немного. У меня пока нет. Но сколько это еще будет продолжаться? Ох ты ж, вот, вот. Причем мне одна пулька потратила половину. Это нормально? Ой, надо взрывать.
Так, ну что ты там сливаешься? Давай, сливайся. Я так понимаю, у меня бомб больше нету или есть? Ох. У меня здоровья нету, вот чего у меня нету. Ну давай же, ну. Мне хочется сначала начинать этот уровень. Не, ну в принципе можно, но как-то пройти бы все-таки. Есть? Прошел. Фу, так. И что? Ну, спасибо за плюс. Ну тоху это ж тоху. О, что, прошел игру уже? Или чего? Ну, мы все поняли, там что написано. Если это конец, то это самая легкая тоха, что я видел. Я на нормале прошел за 30 минут, даже меньше за 30 минут, это там еще пока вступление было. Ты кто? Этого не узнаю. Графика, конечно, вот эта вот анимешная. Не, ну лунатики, спасибо. Я хоть и прошел, но все-таки на последнем уровне тяжеловато было. Но однако тяжеловато, но я прошел с первого раза. А, например, Току 1 я последнего босса проходил в сумме 2,5 часа. На нормале тоже. Ну тут, наверное, чтобы ощутить всю сложность, нужно играть вдвоем с кем-то. Ничего себе, тут диалоги-то длинные. Прям сюжетик такой. Что? Не конец еще, не конец. Вот как, это еще не конец был. Лазер какой-то. Тут уже луны почему-то пошли. Вместо звезд или чайников. Ну пока вроде все как обычно начинается. Нормально. Музончик прикольный, как обычно. Давай, где сложность-то? Так, это вот уже, да, вижу. Спасибо. Так, ну что, я проигрываю? Ох, так. Ой-ой. Увернулся вроде. Вот я и сливаюсь потихонечку. Ну, посмотрим. Ой-ой-ой.
А, по-моему, слив неизбежен. Опа, все. Так, 108 опять. Да как она это делает? Почему я так помогу? Лазеры какие-то отпускают меня. Ух, задело. Не, надо бы не столько ценных камней. Поворачиваемся. Опа. Не, прикольно, что даже из града пуль практически всегда можно найти маленькую налазейку. Использую бомбу, чем буду тратить жизни, но по-моему у меня все. Что это вообще такое? Это жесть. Кто там лунатика предлагал мне? Спасибо. Я вообще не понимаю, где мне находиться. Это такая мне месть, то что я сказал, что легкая игра. У меня бомб нету. Жесть. Но это было близко. Ничего себе начало. Так, вот лазер это самое не очень. Так, опять лазер. Вот там под конец такая жесть началась, когда вот ты просто лазеры со всех сторон, пули со всех сторон, все со всех сторон. Я не знаю, как это было вообще там что делать. Одна бомба у меня есть. Ну и вот. У меня уже полсердечка. Ну это можно сказать потрачено. Блин, да, жесть. Пол хпшки оставалось, ну да, вроде было такое. Фуф, ну ладно, еще раз, у меня есть континиум. Не, вот реально жесть, я думал, я прошел игру, и тут на тебе уровень наисложнейший сразу. Троллинг от Тоха. Кстати, вот даже сколько я прохожу, но я так и не понял, как у нее здоровье, как тратится? Просто когда она совершает ошибки и попадает под что-то, или я каким-то образом могу тратить? Вот, что-то... То есть мне просто надо продержаться, она со мной сдохнет, что ли? Потому что я как-то за правой частью экрана вообще не слежу. Но я так понимаю, что, наверное, принцип одинаковый, что я как бы сливаюсь, если не сливаюсь, я не могу. Только она мне как-то ультует эти все штуки еще. Если что ты делаешь. Вот это вот что такое за атака лазерами?
Нет, это жесть, там невозможно было уйти, по-моему. Что делать, что делать? Много, много. Ну что? Да! Да! И все это было последнее, надеюсь. Легкая тоха, да легкая, изи, чё вообще. Так же к тебе врезается? А, понятно. Кверю, привет. Сейчас будет его преподавательница. Это что, не шутка была? Лол. Блин, я думал, это просто шутка была. О, жесть. Чисто сейчас тут вообще будет жесть полная. Так, вот оно, полетело. Так, ну и чего ты предложишь такого? Что за плюсики пошли? Вот там наверху еще слева написано что-то вот хитс, типа сколько я нанес ударов, что типа комбо, сколько я одновременно уничтожил или что-то такое. Вот. И вероятно что-то происходит еще очень много этих вот хитс. Что она там делает? А, это она так бомбу юзает, что ли? Ну, я понял. И у нее еще полное здоровье, а у меня уже нет бомб. Прикольно? Это как я от этого должен был уйти? Ну это вообще уже. Что это вообще? Как это можно было пройти? Набиваем хиты, может быть это как-то насолит ей. Но что-то не получилось. Ну ладно, главное сердечки не тратить, хотя у меня уже половинка потрачена. Не, вот эти вот плюсики, это самая жесть, они что-то появляются как-то рандомно и даже убить нельзя. Да, это сильный противник, я вообще уже вздыхаю, а у нее там только начинает первое здоровье тратиться. В общем, я вообще не понимаю, что на экране происходит абсолютно. У нее полное здоровье! Это что, прикол такой? Да. Легкая тоха. Пека-пека.
Легкая до поры до времени была. Так, сдвигаем плюсиков этих. Убиваем все. У нее полсердечка осталось, лол, давай, вздыхай. Что ты делаешь опять? Да. Фу. Но... Ну как бы, блин. Я трачу бомбы тогда, когда я вижу, что я не пройду. Ее стулом ударила. А это еще кто? И что, это типа самый сложный уровень сейчас будет, или что? Может и кресты. Кто он как ногами валяется? Так, это что? А, все, прошел. Ну все, легкая тоха, пека-пека. Прошел с первого раза, все равно так или иначе. Ну с континиумами, да. И это первая тоха, в которой титры появились. До этого не было никаких титров. Тоха развивается. Сейчас я зачитаю сюжет вот этой игры, которую только что прошел. Ну там он коротенький, скорее всего, довольно-таки будет. Просто хоть интересно, что сейчас такое происходило на экране, лол. Да, Зан вообще имба чел, все делает и музыку, и графику, и программирует. Так, сюжет тут, значит, во время утренней прогулки местная жрица Рейму Хакурей, вот да, ее так зовут, случайно находит странные руины недалеко от ворот Хакурейского храма. Обнаружив Миму и Марису Кирисами среди собравшейся толпы, Рейму расспрашивает о внезапном появлении руин и получает записку, гласящую, что скоро будет великое открытие и вошедшие будут вознаграждены. Не способная найти ни одного входа в руины, группа исследователей находит поблизости табличку, предупреждающую, что руины могут наградить только одного человека. Желающие войти в руины устроили соревнования. Тот, кто победит всех остальных, войдет в руины и получит мистический приз. Победитель турнира, победивший во всех 7 раундах, входит в руины и сталкивается с Чиюри Киташирокава, которая нацеливает странное оружие на победителя и требует пройти дальше руины. Появляется Юмэми Оказаки и отчитывает Чиюри за грубое отношение к посетителю. Она объясняет, что руины на самом деле, возможно, космический корабль с гипердвигателями. Юмэми пришла в этот мир для изучения поразительных магических сил его обитателей. Забыв про обещанную награду, Юмэми приказывает Чиюри сразиться с победителем, так как она может изучить и записать данные.
Впоследствии Юмэй злится, что Чиюри была побеждена до того, как она собрала достаточно данных, и заключает сделку с персонажем. Если победитель конкурса способен победить и ее, Юмэй выполнит одно ее желание. Если же победит Юмэй, победитель конкурса отправится с ними в их мир для дальнейшего изучения. Убежденная Юмэй сдерживает свое обещание, победитель получает свою награду сполна. Вот, тут даже сюжет вот такой есть. Мастер Спарк, привет. Вот. Ну, прошел, значит, на нормале. У меня два континио я использовал. Ну, для меня это достаточно. Вполне. Вот. И теперь стоит вопрос. Ну, времени у меня еще дофига, в принципе. Стоит вопрос, какую игру пройти дальше. У меня есть список. Я был бы благодарен, если бы вы проголосовали. Сейчас я уже голосовалку заранее подготовил. Ссылочку вначале кинул. Просто я как-то не могу определиться. Вот. Так, все. Причем очков я набрал сейчас не самое большое количество, но это уже очки, это уже дело такое. Все, игра пройдена. Так, один человек проголосовал за покемонов. Продолжение. Ну, в принципе, мне достаточно и одного голоса. А, вот. Другой за ачивку в Лимбо. Мнения пока разделились. Четвертую тоху? Нет, четвертая тоха будет, но потом. Четвертая тоха будет потом. Ну сейчас я две подряд не буду проходить. Надо что-то чем-то другим разбавить. Так, ну в общем, я на этом стрим заканчиваю, подожду минут 5, наверное. Может быть, кто-то еще проголосует, хотя вряд ли кто хотел проголосовал уже. Если так останется 50 на 50, то кину монетку. Вот, так что, значит, если есть вопросы, замечания, предложения, жалобы, можно писать в чат. И, да, увидимся на следующем стриме, который будет через несколько минут, ну, может быть, минут через 10, я не знаю, ну, в общем, скоро. Так, выключу уже эту игру. Все, и на этом всем пока.